Всем привет, вот сегодня такое еще пальто приехало с Wildberries. Очень классное, кстати, 6000 рублей стоит. Немножко оверсайз, хотя размер в принципе мой. Это у нас М-ка идет 48-50, то бишь это мой размер, но оверсайз такой, хорошенький оверсайз, но мне прям понравилось. Он такой мягкий, такой прекрасный вообще. Пальтишко я вообще очень рад и за небольшие деньги, потому что вот где я смотрел, там либо полная голимая шляпа какая-то, которую просто одеваешь, и у тебя начинает просто, ну, неприятные такие ощущения по телу. То есть синтетика. А это прям такая приятная. Прям хочется трогать. Вот здесь шлицу надо оторвать еще. Ой, вообще, просто 10 из 10. Вот знаете, все есть. И пуховики, и три косухи, и что хочешь, ветровки. А вот пальто было очень сильно нужно. Прям очень. У меня есть макинтош, но он не теплый, то есть он на сентябрь, такой прохладненький сентябрь, так скажем. А сейчас уже конец октября, пуховик одевать рано, потому что весь сопреешь, так скажем. Ветровку оденешь прохладненько, косуху оденешь, вообще замерзнешь, как я сегодня. Давай, берись, дошел, у меня нос синий, руки все трясутся. Я говорю, я пришел утепляться. Вот. Ну, в общем, пальто очень классно. Реально. Я когда еще шел, я так думал, наверное, откажусь. А как одел, и снимать больше не захотелось. Даже шел с биркой. То есть, додумал, ну, тут у нас недалеко пункт выдачи. Может, минут 10 ходьбы. И прямо шел с биркой. Пофигу вообще. Потому что я реально замерз в косухе. Вот такой вот еще свитер с Wildberries пришел. Очень классный. Я уже его примерил на пункте выдачи. Очень прям понравился. Очень мягкий, очень приятный к телу. Стоил он на момент покупки 579 рублей всего лишь. Фирма OG. В принципе, уже брал от нее очень много чего. И рубашки неплохие, хорошие. Так что всем рекомендую. Такое. Там очень много всяких разных свитеров. Там есть и белый, и красный, и зеленый. Вот такой вот а-ля Советский Союз. Что-то напоминает. Но на зиму, либо вот с новым моим пальто ходить очень, кстати, будет красиво. Здесь у нас еще пена для бритья. Давайте отложим свитер в сторонку. И здесь у нас пена для бритья Фигаро. Такая фирма. Сейчас покажу. Такая вот Фигаро. Очень хорошая пена для бритья. Беру уже, наверное, с 2018 года только ее. Во-первых, недорого. Во-вторых, реально очень классно пахнет. Бритва хорошо скользит. То есть вот. И тем более экономно. 400 мл заменяет два стандартных баллона. Ну, очень классно, реально. Так что всем советую. Италия, Италия, настоящая Италия. Тут как-то у меня знакомый по штрих-коду пробивал. Как-то он умеет. Типа там страны. Вот видите. Не знаю, я в этом не разбираюсь, но реально Италия. Так что всем советую.